Меня зовут Кэти Эйч. Мне 28 лет. Экранизация лучшего романа десятилетия. Но уже сегодня большую часть времени я провожу не в думах о будущем, а оглядываясь назад, вспоминая о том, что произошло с нами в Хевшме. Лови Томми! Почему Томми не принес мяч? Один мальчик как-то раз вышел за ограду. Его нашли в лесу с отрезанными руками и ногами. Кто вам такое рассказал? Это все знают. А с чего вы решили, что это правда? А кто бы стал выдумывать такой ужас? Добро пожаловать в Хейлшем. Все ученики интерната Хейлшем особенные. Да, мисс Эмили? Здесь у детей есть все. Беречь себя, заботиться о своем здоровье – ваша главная задача. Кроме времени. Вас не ждет ничего, кроме той жизни, которую для вас предопределили. И однажды, на третьем этапе, даже эта короткая жизнь закончится. Для этого вас и создали. От автора романа «Остаток дня» Казуо Сигура. После 18-летия нас переместили из Хейлшема. Томми, Рут и меня. И режиссера фильма «Моментальное фото». Так насколько хорошо вы знакомы с реальной жизнью вокруг вас? Неплохо. Неправда. Что будем пить? 5 кол, пожалуйста. Если парень и девушка действительно любят и могут это доказать, им дают пожить вместе несколько лет перед началом донорства. Почему ты так его трогаешь, массируешь плечи? Прикасаться к Томми никто не запрещал. Вопрос в том, как ты это делаешь. Есть особые условия для выпускников Хейлшема, которые любят друг друга. Ты нравишься Томми, но как друг, не как женщина. Нас лепили с ублюдков. Мы любим друг друга по-настоящему. Можете проверить. Нам не нужно заглядывать вам в души. Главное, что они у вас есть. Жаль, что я не могу ему помочь. Несчастное создание. Номинанты на премию «Оскар» Кэрри Маллиган и Кира Найтли. Может, никто из нас толком и не понял, через что мы прошли. И хватило ли нам времени? В фильме «Не отпускай меня».